Здравствуйте, дорогие друзья, с вами, как всегда, я Артем, и вторая часть про тестирование кулера Zalman 11X Performa. Вот у нас температуры в простое нашего процессора, сейчас вы все их видите. И теперь мы запустим с вами некоторые тесты, это LeanX и прогонять тест SuperP. SuperP на 32, окей, и здесь запускаем также. Кулер у нас стоит в режиме Normal, все это настроено в BIOS. Частота процессора 4411 МГц, вы это сейчас видите. Процессор у нас разогнан. И теперь давайте посмотрим на результаты наших тестов. Вот у нас идет SuperP, вот у нас идет LeanX, вот у нас частота процессора 4,4 ГГц. И вот данные по ядрам. 100% загрузка на всех ядрах и температура 55, 56, 55 и 55 градусов. Вот такие вот данные. Сейчас у нас тест завершился, мы видим, что температуры плавненько начали опускаться, и загрузка ядер у нас также сошла на нет. Вот такие показатели выдал нам наш Zalman 11X Performa. Достойные результаты. Режим вентилятора Normal. Все тесты проводились у нас в полностью закрытом корпусе. Вот такого вот типа. Старый добрый InVin. Металлический такой, прочная дубовая сталь. Один вентилятор на выдув. Сделано это для того, чтобы более экстремально, так сказать, проверить работу нашего Zalman. В целом, даже на максимальной загрузке процессора, кулер остается достаточно тихим. Опять же, при желании вентилятор можно заменить вот этот вот на более эффективный и более тихий. Что ж, подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, вступайте в группу ВКонтакте и пока-пока.